В недрах нашей страны находится примерно треть всех мировых запасов этого ископаемого. На самом деле это торф, который под воздействием давления и отсутствия кислорода превратился в него. Речь о каменном угле. Кстати, в Нидерландах есть самая старая угольная шахта. Ее построили еще в 11 веке, и она до сих пор работает. Всем привет, с вами Аза Кашапова. Я расскажу о погоде на вторник, 27 июня. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам пасмурно, ожидается дождь с грозой. Днем похолодание до плюс 20, ночью станет чуточку теплее, температура воздуха поднимется до плюс 13. Скорость ветра 9 метров в секунду. В южных районах облачно, днем по-прежнему холодно, плюс 18, ночью плюс 11, порывы ветра до 8 метров в секунду. В Улан-Удэ облачно, днем плюс 17, ночью плюс 12, скорость ветра до 10 метров в секунду. С вами была Аза Кашапова, до скорых встреч!